Всем привет! И сегодня я бы хотела рассказать о своем теле, наверное, так скажем. Это будет что-то наподобие 10 фактов о моем теле. Я не знаю, собрала все важные факторы, сколько их 10, не 10, не знаю. В общем, посчитайте, потом можете написать в комментариях. Начинаем. Мои очень светлые брови. Родинка на подбородке, которая мне нравится. Мои пухлые губы, которые нравятся не всем. Непонятного цвета светлые глаза. Очень пухлые пальцы, которыми я жутко недовольна. Заметила в себе такую особенность, то что между большим пальцем и средним мое запястье помещается в точь-в-точь. Наконец-то мое тело. Так сложилось то, что моя фигура — это песочные часы, поэтому когда я ем много, весь мой жир уходит в ляжки, а талия стройная. Бесячая родинка на ноге. Мои волосы. Мои волосы очень густые и рыжие, поэтому чем я старше, тем почему-то они становятся блондинистей. Моя стопа. Так сложилось то, что я родилась с плоскостопией, поэтому у меня взъем слишком широкий. Что ж, мое видео подходит к концу. Я рада то, что вы досмотрели его до конца. Спасибо вам большое. Всем пока.